Друг мой, я живу в постоянном страхе перед одной ужасной болезнью. Бедностью. Эти надоедливые правительственные агенты снова пытаются уничтожить меня. Диверсиями в моих нарколабораториях в городе. Если эти лаборатории будут разрушены, наркоши будут покупать свой дурман где-то еще. А мы потеряем кучу бабла. Ты должен остановить диверсию, обезвредив все их бомбы. Это поможет мне избежать ужаса. Будьте начеку. Наверняка каждую бомбу кто-то охраняет. Атакую! Поспеши, друг мой, пока они не взорвались. Пошли, пошли! Найти его! Ура! Собрался с Кейн и со штабом, Рико. Ко мне снова никаких претензий. Так что давай, дуй ко мне. У меня для тебя новости. Укрытие! Вот он, ублюдок! Что за... Обойти его! Куда он делся? Заметьте его. Захожу! Он там! Граждан!
граждане, нет никаких причин для паники. Пожалуйста, не выходите на улицы. На протяжении дня мы теперь будем проигрывать подборку умиротворяющей музыки в честь нашего великого президента Пандака Паная.
Thank you.
Ой, это ж как тебе обидно будет. Oh!
Рад видеть, что вы двое помирились. Управление получило все грязные подробности, так что жить стало легче. Да, и у нас есть более важное дело. Помнишь Джейтан? Забудешь ее, как же. Ну так вот, Блейн сдал и ее. Ее сцапала служба безопасности Панао в процессе расследования присутствия иностранных разведок. Исходя из того, что мы знаем об этом режиме, ее будут пытать. Без всяких вопросов. Ее нужно найти. Эти парни с ней нежничать не будут. Ты посмотри на эту птичку! Как же мне не хватало игрушек управления! Рико, приятель! Она вся твоя! Ты не думаешь, что она уже мертва? Но сначала они ее хорошенько прижали. Теперь двигай к зданию, где они держат Тан. И устрой там столько хаоса, сколько сможешь. Это должно их выманить. Не забывай проверять свой КПК, если вдруг не уверен, что делать. Силой к бою!
перестроиться! У них стационарное орудие, Рико. Будь осторожнее. Не могу прицелиться. Я тебя как-то пристрелю. Прикройте меня. Я захожу. Во славу Панау! Я его вижу. Он убегает. Выше головы! Ему не уйти! Я на землю! Вот так! Ты их всех разнес! Это правильный подход, амиго! Вперед! Еще много чего нужно уничтожить! Убейте его! Ну все, тебе конец! Не могу прицелиться! Ну все, тебе конец! Ублюдок! В атаку! Пленных не брать! Что за... Не дайте ему уйти! Мы тебе проблемы! Обойдите ее! Я захожу! Прикройте меня! Я захожу! Он прячется! Атакую! Остались одни развалины. Переходи к следующей цели, дружок. Обнаружен враг!
Отлично, работает. Я перехватил обрывки радиопереговоров. Они собираются уйти с базы и забрать Джейд с собой. Продолжай свирепствовать, амиго. Мы до них еще доберемся. Мы его обнаружили! Пришлите подкрепление! Все на землю! Пошли! Пошли! Не дайте ему уйти! Перестроиться! Туда! Укрытие! Открытая вечеринка в самом разгаре, Рико. Ты мне нужен в том доме у края утеса. Пришлите подкрепление! Ах ты, кусок навоза! Вытащи!
Ненавижу ниндзя. Черт, ее здесь нет. Руки прочь от меня! Ничего, если я это одолжу. Эй, вы как, пули непробиваемые? Если... Ну, живее! Спасибо, что объявились, ребята. Вы спасли мое мясцо. Все в пределах нормы. Это стоит моя всех маленькая пуль. Принцесса. Благодаря тебе мы знаем, кто дергает за Итак, ниточки преступного синдиката. Итак, у нас три кукловода, желающих сыграть на сцене Панау. Рико, вся информация у тебя в КПК. Спасибо Джейд тебя огромное. Проинструктирует. Номер первый. Александр Мирков. Бывший сотрудник советской разведки. Способный убийца. У него большие связи в преступном мире России. Но свободный ли он агент или прихвостень Москвы? Господи, понятия Боже. Не имею. Знаем только, что этот парень тесно сотрудничает с тараканами. Готов спорить, их объединяет любовь к китайским костюмам и тяжелым украшениям. Номер второй. Китайский садист Джан Сунь, бывший начальник военной разведки. Нынешний Китай предпочитает таких людей не светить лишний раз, но и не отпускать. Он хорошо излагает тезисы Мао про власть народа и индустриальную революцию. И жнецы ему просто в рот смотрят. Нет ничего опаснее, чем психопат-идеолог. Если не считать бывшего коммуняку с друзьями-гангстерами. Самое вкусное ты оставила напоследок. Точно так, мистер. Этот бывший генерал явно не святой. Его зовут Масаи Васио. Он вылетел из японской армии за пытки подчиненных. Ему приписывают девиз «Боль хороша, смерть еще лучше». Его поддерживает кучка неоконсерваторов-промышленников. А еще у него связи с парнями Улара. Несомненно, они под впечатлением от этого маньяка. Надо же! Такая банда психов! А я это с ними даже точно. Не знаком. Но что могло их заинтересовать на таком крошечном острове? Они хотят скинуть с трона малыша Паная, чтобы посадить туда собственную марионетку. Но зачем? Должно Нам быть пока дело неизвестно. Не шуточное. Они все серьезные игроки. И не говори. Рико, есть мысли? Тебе придется выкурить их на свет. Причем табак тут не поможет. Кто-нибудь хочет жареной свининки? Ну,
что ты будешь делать? Да как всегда. Устрою хаос и заставлю наших восточных плохишей раскрыться. Ну, постарайся о себе не забывать. Для этого еще будет время. Может, подкинешь мне пару идей на этот счет? Осторожнее, мистер. Чтобы выяснить, где скрываются международные игроки, мне надо бы и дальше работать с группировками. Мы приняли решение, что всех граждан, контактирующих с иностранцами, а также занятых в импорте или экспорте, следует допросить в интересах государственной безопасности. Граждане Панао, признанные виновными в подверженности аморальным и упадническим веяниям, будут сурово наказаны. Да пребудет с вами мир и любовь. Он сильно ранен. Как же меня беспокоит этот голос. Обхожу. Укрытие! Товарищ пулемет! Что за... Еще хочешь, супергерой? Тебе конец. Он там! Получай! Стреляй из пулемета! Он ранен! Убить его! Круто! Где он? Вижу врага! Черт, не могу... прицелиться! Пошли, пошли! Найти его! Перестроиться! Ну все, тебе конец! Ну все, тебе конец! Ха-ха! Я вижу этого труса! Ну же! Пошли, пошли! Найди его! Ах ты, кусок навоза! Я захожу! Пошли, пошли!